Нет, Сёма. Держи, только держишь. Пальчик вот такой. Идёт, да? Угу. Энди Байдамат. Без Наталуха Чулана, да, Баркюрикс. Чем богаты, тем рады. Винкала Машар, Овасе, Полбла. Хачулана вообще Полбла, Ашаран, Татулра. Да? Ну, мен уже, қалайтан, бабыген тәл дәуренеме, Полбла Ашаран. Шуна Полбла. Күрей. Сау болу. Халауды. Сау болу сынтықпадам, күрей. Бұлай етіп, Жангуразлан Элизар еткенін. Бұлай етіп, бұлай етіп, бұлай етіп, бұлай етіп. Зора сутбашқа да тейдіріп. Тейдіріп, сау болу. Қапшеті, ояғы, тұным, тұным, тұртым қызым. Атанға тұқалай еді? Айда. Я в гостях. Я в гостях у Дионажева Айвара и Мадины. У них прекрасной семье. Чревоугодничаю. Правда вкусно. Я тоже хочу. Хочешь? Сейчас будет сметана. Вообще интересно, вы это расскажите, как вы тесто делаете? Нужно. Из муки, из воды. На воде. И мука. Дрожжи. Соль и мука без дрожжей. Обычное тесто. И держится вот это, да? Держится. Начинка, вот расскажите. Начинка. С чего? Домашний сыр. И? Желательно картошка. Соль по вкусу. Картошка отваривается, перекручивается через мясорубку. Сыр тоже перекручивается через мясорубку. Все это смешивается. Лепим кружочки такие. И все это упаковываем в тесто. Раскатываем тоненько. И печем на сковороде. Ну, это вот я покажу для всех. Видите, как блинчики. Это не блинчики. Это балкарские хачины. Балкарские пироги. Вот внутри картошка с сыром. Картошка с сыром. Начинка бывает разной. Какими бывают начинки? Посмотрите, начинка прозрачная. Бывает... Вот я вижу, там джигит стоит красивый, наш оператор. Прекрасный. Как его зовут, джигита? Скажи, как оператора зовут? Алик. Алик? Эмик. Эмик, вот наш оператор. Начинка бывает мясная. Берти карате бул сүрөшкө. Начинка бывает мясная. И сыра. Мясо. И сыра. Сыр зеленью. Мурса. Из крапивы начинка бывает. Крапива с сыром. Бывает из печени. То есть из ровных из печени. Разная начинка. Вообще насчитывается около 11-12 разновидностей. Почему? На Кавказе очень распространены и популярны такие блюда. Вот балкарские хачины, потом осетинские пироги. На всю Россию известны балкарские хачины. Может быть и с мясом, с картошкой. Да, да. Осетинские, балкарские и плюс карачаевские хачины. Чем отличаются и славятся карачаевские хачины? Тем, что они... пышные, тем, что они, вот видите, толщину моего пальца указательного, они имеют такую толщину. И тоже. И жарятся на масле. И жарятся на кипяченом масле. Вот, да. Жарятся на масле. А это делают как, расскажите? Мы же не сказали, как вы их делаете. А это... Вот вы сделали без масла. Раскатали тонкий блин. И на сковородке без масла жарим с двух сторон. Снимаем. Складывают вот такой, да. Посмотрите, вот, ну-ка, перед оператор. Перед тем, как, да, перед тем, вот, как. Посмотрите, здесь многослойно. Вот. Видно вам, нет там? Вот посмотрите, товарищ оператор. Вот, многослойно вот так вот сложили. Потом каждый раз смазывают маслом. Каждый блин смазывали, каждый хачин смазывают сливочным маслом. Маслом, да. Сливочным маслом. А потом вот так на кусочки разделывают. И вот как меня учили, здесь же... Кабардино-Балкарии надо вот так вот их сворачивать трубочку. Ну, мне вилкой предлагали, культурно якобы.
но оказывается, вкуснее, руками вкуснее, да, вкуснее и полагается руками кушать эти блюда.